представители компании. Идите нахуй! Представляю. Твой большой папа. Я с удовольствием объявляю вам за сегодняшнюю нашу передачу. Мы идем нахуй совместно с фирмой Плюшки, что, я полагаю, внесет в нашу игру сюрпризы и, в общем, всякую хуйню, блядь. Первый Олег, город Стоп. Людмила Валила поливал в Тайский край. И Татьяна, Олег, извращайте барабан, ваш первый псах. Я, покуда, посвящу вам. Я хочу передать привет, можно? Да, конечно, пожалуйста, вот. Я передаю огромный привет всем своим родственникам, знакомым, чанам. У вас Виктор Иванович, вращайте барабан. Прошу вас. Я тебя прошу, я хочу, чтоб ты вращал. Ты сможешь? Да. Да. Извращенец, что? Работает. Анонист. Что это? Да. Что тут это? Я вам вот. А! О! Значит, молодец. Я. Подождите минуточку, Виктор Иванович. Спокойно. Подождите минуточку. Что это? Это петух. Мама дорогая. Вам развязать его или нет? Не надо. О, стоял. Виктор Иванович, милый мой. Виктор Иванович, значит, два заявления в этой связи. Я просто обомлел от всего этого. Значит, моя задача теперь найти курицу, потому что... Да. Что он будет делать в музее один? Ну, я подумал, что вы все-таки... Пидорас! А похоже, кстати, мы похожи. А, кстати, а вот... Что у вас? Я пидорас! Я гмагей! Я не знаю, кто я! Ну, я, короче, буду И второе, Виктор Иванович, только что я объявил о том, что мне вручено было удостоверение почетного алкоголика. В этой связи ваше молоко для меня это просто сладкий хлеб. Ничего на свете я больше так не люблю, как молоко. Ради бога, я прошу простить вас, вас, игроков, тех, кто сидит в студии, вас, товарищи телезрители, ради бога, извините, выдержите, я этого не могу. Ну, пожалуйста. Пейте на здоровье. Рекламная пауза. Друзья мои, я вас проклинаю. Водка Распутин такая популярная, что кое-кто стал использовать мое имя и копировать этикетку. А их водка вовсе не кристально чистая. Даже меня они подделали. Друзья, покупайте настоящую водку Распутин, на которой стоит хунь. Мы не хотим, чтобы вы тратили свои деньги на всякую хуйню, блять. Заебись. Я отвечаю. И вновь выговор с силами. И вновь выговор с силами. И вновь выговор с силами. Как зовут вашу ляву? И кто у вас, сын или сын? А? У меня сын Алёш. Сын Алёш. Овечку. Пользуясь случаем, я хочу ему передать привет. Ему года 4 месяца. Как передать привет сыну? Ну да. Ну передайте. Может быть, он меня поймет. Алёш. Можно, да? Конечно. Алёш. Тогда, извините, я своему сыну передам привет, ему лет 20. Артём! И на этой звенящей прекрасной ноте мы прощаемся с вами, дорогие телезрители, ровно два года. До следующей... Всё, до свидания. До свидания. До свидания. Я тебя клянусь!
Я... Вида, не боюсь!